Красноярский двухлетний мальчик ушел из детского центра на улице Алексеева и около часа простоял в подъезде босиком в одной футболке и трусах. Малыша обнаружил один из жителей дома. Мужчина позвонил полицейским и передал мальчика работнице центра, который располагается в этом же подъезде. Как выяснилось, отсутствие ребенка там даже не заметили. Медицинской помощи мальчику не потребовалось. Родителям обо всем сообщили, но они решили не обращаться с заявлением в полицию. Но, тем не менее, там случившееся не оставят без внимания. Сейчас по данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства, которые послужили для совершения данного происшествия. Нами направлены в надзорные органы представления. Это в отдел на комиссию по делам несовершеннолетних направлено представление и в прокуратуру с предложением и для того, чтобы мотивировать дальнейшую проверку в отношении данного детского центра.